Значит, гелевые бинты Тайтл. Размер 1 регуляр. Удобные тем, что очень быстро одеваются. Хорошо гасит удар. Существуют манжеты на липучке для лучшей подгонки на лучезапястном суставе. Слушай, ну по удару их вообще под, как называют, под перчатки суют вместо бинтов. Знаешь, тебе так сразу за 5 минут о недостатках ты не скажешь. Но факт в том, что ты можешь даже работать с голыми руками, знаешь, не в полную силу, но... То есть очень они такие. Ну, неплохо, на самом деле, да. И я думаю, что они не будут царапать, даже вот кожа не будет царапаться, да, при попадании шов груши. То есть будут сохранять. Существует специальная сетка для вентиляции, для просушки. То есть снаружи и с внутренней стороны ладони, да, как бы. Вот. Внутренняя часть сделана из специальной упрочной резины, да, износостойкая. Внешне, я думаю, это специальный, как бы, тоже этот японский кожзаменитель, особо устойчивый, из которого сейчас делают современные перчатки. Манжета для фиксации запястья. Одна липучка и манжета, которую уже непосредственно подгоняете. В принципе, сидят они достаточно плотно. Также они растягиваются за счет того, что само основание сделано из этой резины, да? То есть вне зависимости от размера кисти. То есть у меня рука по размеру, допустим, средняя. Есть люди с огромной кистью. Я думаю, что можно натянуть и на достаточно очень большую и руку, и очень толстые пальцы. То есть посмотрите, они увеличиваются практически в два раза. То есть... Нет, но они видно, что они не смещаются во время удара. То есть люди хотят увидеть, что если ты бьешь, вот у тебя приходит поверхность удара, что не гуляет этот гель на головках пястных костей. Ты бьешь, и перчатка не ерзает на кисти, то есть она хорошо, бинт зафиксирован. Напоминает такую миниатюрную боксерскую перчатку. По кисти они не ерзают, да, как бы нет никаких смещений. Ну, соответственно, они подгоняются индивидуально, вот. И в момент удара вся нагрузка от ударной поверхности распределяется по гелевой поверхности, да, как бы. То есть, вот вы бьете, у вас не разбиваются головки пястных костей. Ну и, соответственно, хорошо зафиксирован лучезапястный сустав, что тоже само по себе немаловажно. То есть, достаточно добротный инвентарь.